Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим, как добавить на лист фильтры. Добавим фильтры категорий, стран, продуктов, лет. И с помощью карт ответим на следующие вопросы. Где географически сконцентрированы основные продажи? И влияет ли дождливая погода на продажи? А также получим данные из Click Data Market и рассмотрим работу с ним. Перейдем в наше приложение ClickSense. Создадим новый лист и назовем его «География продаж». Для начала добавим фильтры. Фильтры можно добавить, перетащив нужные поля на лист. Перетащим лист категории. Перетащим лист страны. Данные по странам. Продукты. И годы. А теперь отформатируем наши фильтры. Подожмем категории. Страны. Продукты. Годы. И давайте еще месяца добавим. Months. Вот мы сделали с вами 5 фильтров. Теперь давайте ответим на вопрос, а где географически у нас сконцентрированы продажи. Используя карту, мы сейчас выведем на карту объемы продаж. Так, перетаскиваем карту, добавляем измерение геокей наше. Геокей. Делаем точку карта. Город. Так, мы видим на карте города, где у нас были какие-то события. А теперь добавляем выражение меру. Это в свойствах. Вот мы видим. Можем перейти в поля и найти значение продаж. Sales. Просто перетянуть на карту. Добавить меру. Объем продаж. Мы видим, что у нас карта вся перекрасилась. Большие круги – это большой объем продаж, маленькие круги – маленький объем продаж по сумме продаж. Нажимаем кнопку «Готово», и вот у нас получилась карта с городами и объемами продаж. Мы можем выделить, нажать на карту, взять и выделить с помощью лассо какой-то географический регион. Он у нас отформатируется. Мы можем перейти на наш предыдущий дашборд и увидеть по странам, по месяцам, по категориям продажи с ключевыми показателями. Теперь давайте поймем, а есть ли зависимость, зависит ли продажи от количества сантиметров выпавших осадков. Для ответа на этот вопрос нам надо получить данные по количеству сантиметров, по сантиметрам выпавших осадков. Нажмем кнопку в левом углу, нажмем кнопку «Добавить данные». И перейдем в Click Data Market. Здесь есть раздел «Погода». И есть бесплатная погода по 50 городам мира. Выбираем погоду, добавляем все страны, все города за все время и находим поле
Дневная. Вот это поле. Rainfall в сантиметрах. Так, добавляем это поле, нажимаем профиль. Нажимаем загрузить данные. А теперь переходим на лист с картой и добавляем новую карту. Перетаскиваем карту. Добавляем измерение GeoKey City. И в выражении мы суммируем наши осадки, получаем сумму. Вставляем, применяем и видим. То есть самые дождливые регионы это никакой зависимости от выпадения осадков и объема продаж у нас нету.